Ребята, смотрите, это же кролик-ниндзя! Побежали вместе с Анжелой! Ха-ха, смотрите, какой классный забег у нас! Всем привет! Вы на канале Машины Машинки! И мы вам покажем сегодня веселого кролика-ниндзя. Он будет бежать и немножко летать по облакам, собирать энергию и монетки. Вау, как классно кролик летает, а Анжела катается с коровой на сноуборде. Это что за дверь? Там динозавры. Вот это да. О, какие большие. А где еще? Вау, какая шея длинная, как у жирафа. Еще динозаврики, еще. О, бежит навстречу. Страшно. Вот это да! Наш зайка-ниндзя попал прям какой-то в динозавра! Он катается на динозаврике! Ва-ха-ха-ха. Прикольно придумали! Мне очень нравится эта игра! Я ее уже почти обожаю! Смотрите, окно вернулось! Новогодний мир с эльфом Анжелой! Прям снежок вот последний падает, и эльф Анжела тут бегает! Классная Анжела! Я обожаю эльфа Анжелу, а особенно этот новогодний мир. Снег идет и чувствуются последние дни уходящей зимы. Вот у нас сейчас холодно и идет снег, и зима не хочет уходить. А у вас зима уже ушла и пришла весна? Напишите в комментариях, будет интересно, у кого там идет снег, а может быть у кого-то дождь идет, а кто-то вообще летает на облаке, как наш зайка-ниндзя. Вау, какой классный мир у ниндзи! Ух ты, это пончики-стаканчики! Такой сладкий мир! Ребята, если вы любите этот мир и вам он нравится, напишите в комментариях. Сладкий мир! Я бы в таком побыла точно. Я бы там осталась жить! Сладкий такой мир! С пончиками, мороженым, чупа-чупсами, леденцами, тортами! Да, Маша, это здорово гулять и бегать в сладком мире. Но у нас ковбой Анжела слева. Смотрите, какая она отважная на диком западе. Ловит воришка енота. А кто помнит кличку нашего воришки, трусишки, злишки? Ну-ка напишите в комментариях, кто у нас самый внимательный подписчик. А я помню, мы называем его енот, воришка, трусишка, злишка, глупышка, шалунишка. Да, и эта кличка ему соответствует. Я думаю, это подходит ему. Он такой и есть. Смотрите, зайка-ниндзя, в каком слащавом мирке. Я прям там хочу остаться, съесть все пончики. Все эти вкусняшки, вафельки, печеньки, макароны и пироженки с тортами. Нет, оставьте меня тут. А Анжела у нас в кибермире. Смотрите, это Анжела-ковбой. Упустила шлем. Шлем у нее похож на кактус. Кто не помнит, я напоминаю. Но мне больше нравится сладкий мир. Вы только посмотрите на нашего ниндзю. Совсем-совсем сладкий мир. А мне больше нравится, как Том ковбой ловит воришку енота. Так его, лови, держи, давай. Возьми свое лассо и поймай эту воришку. А наш ковбой бежит в городе, то есть в мире водного дома. Это же бассейн. Там всегда солнечно, всегда много слитков золота и можно покупаться. Ну, нет, купаться мы будем в другой игре. Бассейн говорящего Тома. Кстати, мы там новые яйца разбиваем. Если вы еще не видели, обязательно посмотрите ролики с игрой «Бассейн говорящего Тома». А наш ниндзя прям бежит, собирает какие-то монеточки. И на него бегут всякие странные зверьки. Что? Кто это? Это Стич, похож на Стича. Кто знает, кто такой Стич? Ставь лайк. Это синие ослики. А, это ослики. Ну, немножко похоже на Стича. Потому что, наверное, Стич тоже синий. О, белка! Видели белку? Чуть не поймали мы белку. А у нас Супер Анжела бегает по кибермиру. Смотрите, как там весело и интересно.
Смотрите, смотрите, это что за летающая тарелка Анжела взяла? Вот это да! И пещера воришки, зришки, трусишки, шалунишки. Ой, запутался, как вы выговариваете это слово, такое длинное прозвище воришки енота. Енот, воришка, трусишка, глупышка, шалунишка. Что вы забыли? Енот, воришка, трусишка, глупышка, шалунишка. Еще золотишко нам предлагали. У меня язык в три узла завяжется, если такое говорить каждый раз. А у нас подписчики выговаривают и в комментарии пишут. Кому слабо написать енот, воришка, трусишка, глупышка, шелудишка, золотишко. Если что-то забыла, тоже припишите туда. Ой, Анжела, би-би-би, воришку енота. Би-би-би, всю глупость из него выбивай. Пусть он поумнеет и больше золота не ворует никогда, ни разу. Ни чуть-чуть даже. А наш ниндзя тут бежит-бежит и уворачивается от синих осликов. Синие ослики, это что за мир такой забавный? Тут еще слоны бегают. Еще у нас тут динозавры, которых мы уже видели. А еще у нас тут, смотрите, это же пузырек с энергией. Знаете, зачем она нужна? Сейчас я объясню. Когда энергия полная и мы врезаемся, нам ничего не будет, просто немножко энергии убавляется. А если энергии нету, она закончилась, то врезаться нельзя, вот так происходит. Но зато в этой игре тоже можно отстраивать мир, как в беге за золотом. То есть не мир даже, а домик. Вот этим мы сегодня и займемся. Давай, Анжела, в королевском средневековом мире она бежит-бежит. Кажется, у нее слишком тяжелая корона, поэтому она не может догнать воришку енота. Воришку енота нужно догнать. Хотя сегодня у нас супер Анжела побила енота, воришку, злишку, трусишку, глупышку, шалунишку. И ему, думаю, хорошо досталось. Очень-очень хорошо. И он побежал зализывать раны и обдумывать, что... как ему дальше себя вести. О, смотрите, у нас сменился ниндзя. Он стал супер-супер классным. Вау, смотрите, у них тоже там какой-то воришка. Он что-то украл у наших зверушек. Ну-ка, стой. Ребята, а давайте вместе с вами придумаем для нашего нового воришки прозвище. Только оно должно быть добрым и веселым. Не надо писать плохих прозвищ. У нас таких не бывает. То есть у нас все добрые, подписчики добрые, мы добрые, и Анжела с Томом добрые, и пусть будет ниндзя тоже добрым, добрый ниндзя. Да, который собирает монетки, катается на динозаврах в каком-то таком классном мире, тропическом, со слонами. О, собирает машинки, это миссия дня, собрать машинки, еще лошадок мы собирали. В общем, всякие игрушки собираем. Вот так вот. Анжела, у нас выполняют супер крутые трюки. Кто у нас самый внимательный подписчик? Кто посчитал, сколько трюков на сноуборде сделала принцесса Анжела? А ну пиши скорее в комментариях, нам интересно. Может быть уже 33 трюка, вот 34 трюк. Я думаю так. Мне кажется, немножко меньше. 30 это для Анжелы много. Вот Кунг-фу Хэнк, может быть, 30 выполняет. А Анжела чуть-чуть меньше. У нее корона тяжелая, и она, наверное, ей мешает. Хотя... нужно считать. Кто считает, пишите. Будет интересно узнать, мешает Анжеле корона или нет. Навернулась супер Анжела. Беги-беги-беги. Собирай все-при-все золото. Когда же у нашего зайки-ниндзя начнется сладкий мир? Вон я видел чупа-чупс был. Где сладкий мир? Я хочу вкусняшку. Хочу вкусняшку, вкусняшку, хочу сладкий мир. Ням-ням-ням-ням-ням. Я тоже хочу сладкий мир. Мне дикий запах не нравится у Анжелы. Он такой коричневый. Да, здесь больше коричневых цветов. Немножко есть зеленый, но больше коричневый. И вот ковбою Анжеле этот мир очень-очень сильно подходит. Мне нравится, как она тут бегает. Здесь бананы. Эти бананы нас, по-моему, повсюду преследуют. Енот воришка постарался раскидать везде-привезде бананы, чтобы они нас преследовали. Давай-давай, вперед, беги, догоняй!
Ай, Зайка-ниндзя, куда он полетел? Да он летающий просто, пока Анжела-эльф поймала воришку в пещере и сейчас будет его бить молоточком правосудия. Наш Зайка-ниндзя летает прям как орел! О, он попал к динозаврам? Вот это да! Вот это класс! Какой злой динозаврик! Я прям испугалась его. Он очень-очень злой рычал на нас. А другие вроде добрые. Я хочу поймать одного динозаврика и на нем покататься. А вот злой бежит навстречу. Давай-давай-давай, вперед, зайка-ниндзя. Лови своего динозаврика. Где же там покататься можно на динозавре, а? Вот я бы мечтал покататься на динозавре. Я бы взял самого большого динозавра, оседлал бы его и покатался от души. Меня бы никто не обидел, потому что у меня самый большой динозавр бы был. Точно. А с нами тут еще агент Том. Представляете, сам агент, сам Том бежит вместе с нами в очках. И, то есть он не бежит даже, он катится, делает классные трюки. Вау, ниндзя оседлал динозавра. Вот это да! Просто класс! Я тоже хочу как ниндзя динозавра покататься! Ребята, вы бы хотели прокатиться на динозавре? Я думаю, это просто здорово! Что за воришка тут? Ниндзя тоже ловит Дора! Давай, Том-агент, помогай! Это белка? Злая белка? Кролик? То есть зайка? Ниндзя бежит за злой белкой? Странно, почему так? Но, наверное, белка очень-очень злая. Она украла наш орешек. Этот орешек только наш. Нужно его догнать. Орешек, то есть. А Анжела? Опять супер-Анжела у нас. И она в ковбойском мире на Диком Западе. Ух ты, здесь у нас шлем. Здесь у нас опять бананы. И буйволы стоят. О-о-о, вот это мир. Вот это мир, я бы отсюда не выбегала, бежала бы в нем. Ну и кибермир тоже классный. А еще классный ниндзя. Потому что он катается на динозавре. Вот буду бежать и ждать динозавра, чтобы на нем покататься. А кому нравится наш новый персонажик Зайка-ниндзя, пиши в комментариях лайк ниндзя. И не забудь поставить лайк. Тогда мы будем знать, что вам нравится этот персонажик, и мы будем его почаще снимать с нашими ребятами Том и друзья. Кстати, кто не нажал колокольчик? Я чую, кто-то не нажал колокольчик на канале Машины Машинки. Жми скорее подписаться и колокольчик, а то пропустишь новые серии. Не пропускай, мы снимаем самые классные, самые новые ролики про Тома. И еще разных зверей. Еще котенка снимаем. Знаете, такой мимимишечка, котеночек маленький. Многим он нравится. Я его просто обожаю. Он милый-милый. И с ним можно долго-долго играть. И кормить его даже можно. Вот Тома не покормишь. С Томом бегаешь, бегаешь, бегаешь. И катаешься на сноубордах. Классно, что сноуборды нам сделали. И не хочу, чтобы они исчезали. Потому что, наверное, в следующем обновлении исчезнут уже сноуборды. Но, надеюсь, оно будет еще лучше. И мы забудем про сноуборды и будем бегать или кататься на чем-нибудь еще класснее, еще крутее. А я вот думаю, было бы классно кататься на динозавра, как наш зайка-ниндзя. Он просто бежит по миру динозавров, берет одного из динозавров и катается. Давай-давай, вперед, зайка-ниндзя. Оседлай динозаврика, как наш супер-Том оседлал сноуборд. Кстати, ребят, хочу сказать вам, что эта игра про ниндзю, она легче, чем Том за золотом. Она очень-очень простая и легкая, но она яркая. И здесь меняются миры, здесь 3 или 4 мира. А еще мне очень нравятся динозавры, конечно, да. Вот, наверное, ради динозавров стоит ее смотреть или поиграть в нее. А еще классно летать на облачке, так жух, и летишь, паришь над чем? Над дорогой, по облакам, прыжок, полетели. Облака, белокрылые лошадки. Точно, это наш случай.
Здесь можно покататься прям на облачке. Ой, стой, белка, злая белка, стой. Что у тебя там, орех? Отдай мне орех, я хочу твой орех. Может быть, мы злые ее догоняем? Почему мы решили, что белка злая? Может быть, мы немножечко злые и хотим догнать белку? Не знаю, вы там злые или нет, а вот у Тома звездочки, у него звездная болезнь. Только что была над головой. Конечно, сколько скачиваний у Тома за золотом? 100 миллионов или 10 миллионов? Конечно, у него будет звездная болезнь, представляете? Все его любят, все с ним играют. Вот он и зазвездился. А ниндзя простой, и ему не надо звездиться, его пока мало знают. Обычно подписчики пишут так, что у Тома скачиваний игры целых 100 миллионов сексиллиардов триллионов. Там такое смешное название придумывает. А мы бежим по сладкому миру вместе с ниндзей. Тут торты, мельницы из карамели и вафли. Вау! А облака, посмотрите, они тоже розовые. Они, наверное, из молока. Из какого-нибудь малинового молока клубничного. А еще конфетки. Хочу в этот мир. А я обожаю чупа-чупсы. Обожаю просто чупа-чупсы. Они такие классные, такие сочные. Один бы чупа-чупс нам дать сейчас гипертому, чтобы он взял этот чупа-чупс, догнал воришку енота и отлупил. Ну, у Тома как бы есть чупа-чупс, но он не совсем чупа-чупс. Он молоток чупа-чупс. Мы болеем сейчас за Тома. Давай, Том, догоняй этого злишку, енота, трусешку. Бей со всех сил, чтобы он нам больше вообще не показывался. Би-би-би-би-би-би-би. Тогда пятки перестанут его сверкать. И золото он не будет воровать. И не будет прятать его в своей пещерке, в своем подземном мире. О, Анджела к нам вернулась со своей тяжелой карманой. Пока Анджела катается на сноуборде в зимнем мире, померзает там. Наш зайка ниндзя тут в сладком мире гуляет, бегает и прыгает. Я бы вместо этой зайки, я бы остановился и кушал бы все. Ой, стойте. Зайки же не любят сладости, они любят морковку. Поэтому зайки безразлично тут бегают. Точно, нужен морковный мир. Тогда бы мы зайку за уши не оттянули от всех этих сладостей, морковных. Хотя морковка тоже бывает сладкая. И бывает не сладкая, а бывает противная морковка. Но зайчики ее любят. А я люблю сладости. Мороженое, смотрите, кто-то воткнул мороженое и стаканчики. Наверное, с коктейлем. Закончился этот мир. Жаль, конечно, но теперь будем ждать этот мир или мир с динозаврами. А Анджела продолжает гнать воришку. Куда же он убежал, куда же спрятался, а? Наверное, воришка, злишка, трусишка, енот носит в своем мешке какой-нибудь гипер-супер-пупер-двигатель, который как-то подключен к его ножкам. И поэтому он так быстро убегает, что его ни босиком не догонишь, ни на доске не догонишь, ни на самолете не догонишь, ни тем более на парашюте. Да что ж это за воришка такой? Вау, мы вновь оседлали динозавра! Бежим, все, сносим. Этому динозавру все нипочем. Смотрите, от него просто улетают другие динозавры, он как будто их выпинывает. Еще хочу быть динозавром. Еще хочу. А кто у нас самый умный подписчик на канале Маши на машинке? Давайте описывайте скорее, как называются эти все динозавры, что тут бегают, прыгают и летают, и на которых мы катаемся. Может быть, у нас есть тот, кто просто обожает динозавров, как мы обожаем котиков. Я не знаю, кто как называется, но знаю, что есть тирексы, есть птеродактили, это, по-моему, те, которые летают. А вот это что за динозавр такой красный с маленькими лапками, а? Это какой-то динозавр-единорог, у него потому что рог на носу, прям как у единорога. Он, наверное, немножечко радугорог. Ну, не радугорог, динозавророг. Динорог, динорог. Динорог, точно. Не единорог, а просто динорог. Классную кличку мы ему придумали. Ой, этот какой-то шипастый был. Очень страшный, очень опасный.
Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось новое приключение наших пушистиков на канале Машины Машинки. Жмите скорее кнопку подписаться и не забудьте нажать колокольчик, потому что у нас самые веселые, суперские, яркие, сладкие приключенческие видео. Мы будем для вас бегать, кататься на сноубордах и на самолетиках летать. Только следите за нашими обновлениями и будьте всегда в курсе новостей на нашем канале про питомцев. А еще только на канале Маши на машинке живет ваш любимый Радугарок и Том Утенок. Так что веселитесь скорее и подписывайтесь, пока наши котики тут собирают у бомб столбы.